Очередная авария с участием общественного транспорта. Сегодня в Тюмени столкнулись самосвалы и рейсовый автобус номер 53. ДТП произошло на перекрестке Елутровского тракта и улицы Чекистов. По словам водителя самосвала, автобус поворачивал на Чекистов и не уступил дорогу. Чтобы избежать столкновения, грузовик резко ушел вправо и в итоге перевернулся. У автобуса снесло лобовое стекло. Чудом удалось избежать жертв. Пострадало 3 человека, но от госпитализации они отказались. На место помимо медиков прибыли пожарные сотрудники. Сотрудники ГИБДД. Последним пришлось регулировать движение, так как мгновенно образовалась пробка.